Все, хозяйка, лампочку поставил новую, теперь можешь спать с включенным плафоном! А ты кто, крокодил или аллигатор? А ну отвечай! Ложкин! А, меня крокодил цапнул! Что ты ржешь? Свитер шила дурацкий теперь, я не знаю как! Смотри, киса, вертится, вертится! Ни о чем твоя игрушка! Так, а где моя бутылка, а? Где она, бутылка моя? Так, о, о! О! Так, признавать, что пил? Хозяйка, не переживай, все нормально, я тут вот немножко проверю. Трусы свои повешу, высохли-то хорошо, а то мокрые-то, блин, ё-ой, все нормально. Я не понял, кто повесил мою кровать на стенку? И что теперь, спать на стене? Вот так, что ли? Смотри, какая у меня игрушечка. Ну, киса, смотрите, вот какая игрушка, тебе понравится. Упаси. Говоришь, пироженки вкусные? Ну тогда, ну все, хозяйка, я пошел, да утонешь. Хватит рыдеть на немецком. Говорю нормально, на русском. Мурзик, а что ты ешь? Фасоль. А как она, вкусная? Нет. А что тогда ешь фасоль, если она не вкусная? От злости. Ха-ха, Мурзик, зачем тебе вода? Чтоб вкусно пахнуть. Так это же туалетная вода. Так я же говорю, чтоб вкусно пахнуть. Что это за беспорядок на кухне? Это ты? Что? Приходил Петька, поиграли немного. Стол? Стол? Ну давай, ладно. О, подстава! А что ты делаешь? Что не видишь? Иду за едой. Пока дойду, похудею. Ну и, соответственно, еда влезет. Все, молодец! Стоять научилась, теперь тренируем падение заново. Ой, фоткай, пока хозяина нету. Получилось хоть селфи. Что там в окне, интересно? Хозяйка, у тебя шторы красные, я снял на стирку. Приветствует тебя казино и черный кот и шарик. Ну все, посмотрел, теперь плати бабло. Ну что, готов? К чему? А вот к этому. Эх! Вот зараза! Это ж портал двойников, там где-то есть двойник мой, дай-ка я посмотрю. Вот зараза, он живой! Сейчас я посмотрю, что там нарисовано на этой картине. Всегда думал, что там нарисовано. Ай да нафиг мне какая-то. А, нету. А, опять нету. Ну нету, Мурзик, нету. Нету. А ты что, намек не понимаешь? Хозяйка, куда забор ставить? Чё ржёшь, как ненормальный хур? Куда забор ставить-то? Тут? Ну все, пускай так и стоит. Ну что, хозяин, похож я на трансформера, да? А вот так, похож я просто! Хозяин, ты видишь свой телевизор последний раз? Я ж тебе говорю, невкусно, понял? Хозяин, да не заставляй его есть невкусную еду, давай лучше мне. И, опа, всегда не нравилась эта ерунда мешала. Хозяйка, я только тихо попью, хорошо? Что это летает такое? Муха, что ли? Вроде муха. Она! Хе-хе-хе!